Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 24 октября 2023 года, 13 градусов тепла, солнышко наконец-то начало появляться, дожди шли почти целых 2 недели. Вот видите, все мокрое, а хотя землю начнешь копать, она внутри сухая. Такая была ужасная засуха. Мне нужно вот на это место пересадить клубничку. Ой, клубничку маленькую, ремонтантную. Вот здесь хорошее место. Вот у меня кустики есть. В прошлом году я на это место сажала, но у меня ничего не выросло. Она вымерзла почему-то. Не прижилась. Вот хочу посадить в этом году. Поклон Казакову. Я рассадила всю малину. Остался у меня один единственный кустик. Эту вот нужно обрезать, которая под опорой, малина, под корень. А эту я обрезать не буду. Я пересажу прямо с ягодами и с этим вот молодым кустом. Посмотрим, что оно у меня вырастет на этом вот побеге. Рано-рано даст оно мне ягоды или нет. Сейчас аккуратненько выкопаю. Пойдем искать место. Место я уже показала. Еле-еле, мои дорогие друзья, я выкопала. Тут, оказывается, совершенно 2 разных куста. Вот. Но я постараюсь их посадить вместе. Вот. Со старого ветка пошла. И подвязать. А это сейчас я обрежу. Вот так я обрезала, мои дорогие друзья. Но песочком сверху я обязательно присыплю. И здесь вот присыплю. Всю листву нужно мне будет убирать. Как опадет, обязательно все убирать нужно. Ну что, пойдем сажать. Понесем эту ветку аккуратненько. И нужно будет нам выкопать ямочку. Погода чудесная. Как всегда я говорю, с огорода даже не хочется уходить. Ну вот здесь местечко, сейчас будем копать и сажать. Ямочка подошла на отлично. И вот, наверное, нужно развернуть, а то здесь будет плохой проход. Сейчас постараюсь аккуратненько вот так, чтобы она была повернута туда. И обязательно я подвяжу. Сейчас я принесу, посажу и подвяжу. Вот видите, мои дорогие друзья, поставила я опору. Сейчас обильно полью, подвязала. Поровнее сделаем. Пусть ягодками зимует. И польем водичкой. Выльем целую лейку. Не пожалеем. Все, достаточно. И аккуратненько будем присыпать. И клубничка здесь будет у нас расти. Нужно грядку, если морозов не будет, прополоть на зиму. Ну ладно, засыплю, покажу дальше. Ну вот и все, мои дорогие друзья, посадили. Как я сказала, обрезать не буду. Ни молодой не буду обрезать. Ни который дал урожай не буду обрезать. Потому что тоже летом хочется малинки. А осенью она вот ремонтантная, но она поздно начинает давать урожай. Где-то с 1 сентября. Ну, балует где-то 1-1.5 месяца. А летом будет баловать все лето. Заходите в гости, мои дорогие друзья. Как всегда, буду рада. До свидания. До новых встреч. Да, сейчас прервусь. Но это не говорит о том, что я всю не буду обрезать. Вот такие молодые, большие я не буду обрезать. А вот у меня здесь вот старый куст ремонтантный. Поклон Казакову. Я его обрежу под корень. Вот этот вот. Это мы уже займемся с вами завтра. А это вот подклон Казакову. Молодые кусты. Я их обрезать не буду, мои дорогие друзья.
то медвежонок. А этот вот завтра мы с вами обрежем. Обрежем, прорыхлим хорошо. И на зиму усыпем песочком. Пока!